Для защитников Отечества подготовили подарок. В Дворце культуры «Родина» прошел праздничный концерт, посвященный 23 февраля. Для виновников торжества выступили химкинские артисты и воспитанники творческих коллективов города. Юлия Арянина с места событий. Медаль нашла своего героя. Участник афганской войны Виктор Баталов получает награду из рук главы города. В семье полковника запаса военные все. Отец, сын, жена и зять. Я вспоминаю просто свою службу со всех уголков необъятной нашей страны. И после службы ребята становятся настоящими мужчинами. Настоящим человеком по отношению к людям, к жизни. Настоящий отец, настоящий муж, на котором можно опереться. Женщинам цветы. В 42-м о таком и не думали. Любовь Крылова на фронт пошла в 18 лет. В должности телеграфиста дослужилась до сержанта. Ну, женщинам, конечно, тяжело на фронте было. Ну, что делаешь? Но все привыкают. Это надо было. Надо было, конечно, служить родине. Перед концертом глава города Олег Шахов пообщался с ветеранами и участниками вооруженных конфликтов. Памятные подарки вручили всем присутствующим. Это люди, с которых нам стоит брать пример. Та уверенность в себе, то желание жить и помогать, которое было воспитано их жизнью, этому стоит учиться. Никто не забыт. В этот день принято отдавать дань уважения всем, кто сражался за родину. Химчане не исключение. Наше государство сильно, когда его защитники сильны. Поэтому сегодня администрация городского округа подготовлен концерт, подготовлены слова поздравления в адрес ветеранов. Продолжился вечер торжественным концертом. Не закончились и награды. Свой музыкальный подарок сделали и творческие коллективы города. Юлия Арянина, Алексей Козиров, служба новостей.